Меня слышно или нет? Ну все, настроил я вам ваши иконочки. Погромче говорите, я плохо вас слышу. А потому что у вас, я ее закомментировал, потому что у вас нет раздела Home. У вас есть один раздел RUT, вот он у вас и показывает, что на нем 80 гигабайт, 85% свободно, или это составляет 67,5 гигабайт. Вот и все. А раздела Home у вас просто нет. Что-что? Так, вот я смотрю. Ну вот, смотри, Андрей. Значит, я не знаю, каким образом ты забыл создать раздел, значит, файл подкачки. Но, тем не менее, как говорится, ошибки бывают. И, как говорится, и на старуху бывает проруха. Значит, возникает вопрос. Во-первых, нужно откуда-то эти 4 гигабайта, значит, взять с раздела SDA1. Тут спокойно, и не 7, а у тебя 4 гигабайта надо всего лишь взять. Можно заделить страницу. Так, геморройно, ты понимаешь, процесс-то получится долгим. Но потом сам его отформатируешь. Так, давай я посмотрю еще, во-первых, какая у тебя таблица разделов-то. MS-DOS. Ну, нормально. Изменить размер. И вот нам, значит, нужно вот таким вот образом его уменьшить. Ну, вот хотя бы так. То есть... Все остается, и еще там остается остаточек, и остается свободное место. А потом вот это свободное место нужно будет, значит, так. Ну, допустим, вот смотри. Вот, видишь, написано «уменьшить». Со стальки-то до стальки-то. То есть, теперь, значит, надо нажать на выполнение, применить. И вот значит, и вот теперь в этом разделе мы, значит, его отметим новый. Вот сюда идем. Linux Swap. И нажимаем на клавишу исполнения желаний. Применить. Нажимай. Все выполнено. Закрыть. И теперь нужно обязательно запомнить, на каком разделе сейчас он будет находиться. Он сейчас даст ему присвоить имя SDA4. Вот раздел SDA4 нам нужно подключить и активировать. Потому что вот сейчас, видишь, 0 из 0, он еще не подключен. Теперь открою вишенку, значит, с моими командами. И вот мы стоим как раз на свопе. Только вместо SDA3 тройку поменяй на четверку. И нажмем на всякий случай сохранить, чтобы у тебя тут неповадно было. Так. Скопируем это дело. И теперь мне нужно... Терминал где у тебя? Это терминал или что? Вот он, да. Да, терминал. Да ты тут еще сюда выбрал это самое карадок с массой эффектов, которые тоже заметно будут у тебя память тормозить. Так, здесь нужно набрать sudo пробел нема. Так, ну давай. Sudo. Пробел. Немо. То есть мы должны запустить файловый менеджер в корневом режиме. Enter нажимай. Заводи пароль. Так. И в ETC у нас был файлик. Нет. Просто в ETC. Найдем сюда. И там был файлик fstab. Сейчас мы его найдем. Ниже. И вот сюда мы вставим вот такую вот командочку. Ну, проверим еще разочек. Подключен. Ну, все нормально. Нет, терминал еще нам нужен будет. И теперь в терминале мы заведем команду активации, чтобы все это было подключено без перезагрузки компьютера. Вот Enter. И вот у тебя показывает 0 байта использовано из 4 и 37. Да. Ну, теперь можешь компьютер перезагружать. Я думаю, что он у тебя немножечко будет работать побыстрее. Вот. Ладно, все, удачи вам.